Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Вот по чуть-чуть и начинается золотая пора поисковиков. Все косят, убирают. На этом поле один раз мы пробовали ходить. Вот там церковь большая. Вот за моей спиной. Ну да, ее видно. Там. Вот. Мы здесь только один раз пробовали ходить, и то по грубой вспашке. Почему-то никак-то не доводилось. Вот на той стороне реки, за моей спиной, там мы чешую подымали. Дальше поля идут, тоже чешую подымали. Здесь по вспашке тогда, ну, по-моему, что-то какие-то монеты были, но тяжело было ходить очень. Трактора работают, красота. 18 градусов на улице. В общем, достаточно комфорт. Тно. Извиняюсь за сопатость. Аллергия что-то меня замучила. Который день. Вот. Дорога шла вон там, в конце, возле леса. И вот туда уходила. Так что мы сейчас туда попробуем сходить. Так, друзья, сейчас, наверное, все-таки пока в лес перебежим. Здесь убирают прям рядом. Шум, гам. Ничего не слышно. Еще жарко становится. Ну, жарко становится. Да, вот советик выскочил. Ползем к нашим. Сейчас переедем в лес, а потом сюда вечером приедем опять. Они как раз уедут, разговаривали. Сейчас они все наши поля поубирают. На той стороне и дальше, ну, которые вот нам нужны. Сейчас снимем. Ходим здесь вдоль. До сюда еще не доехали трактористы. Здесь вот притоптано. Щитовичок убитый, да. Кого-то там увидел. Видишь, вижу, конечно. Попробуем сейчас снять. Вон жопка желтая. Такая вот. Друзья, вот я говорю, как ожидаешь одно, а получается другое. Мы думали, что вот те поля, вот где мы сейчас засунули морду, как бы скосили. Ну, одно косит, мы уехали, там трактора шумно. Второе, третье, вот куда мы хотели сунуться, везде пока не кошено стоят. Зато мы приехали на чудо-поля, и посмотрите, мы доехали на машине до самого конца. Мы никогда сюда на машине не проезжали. Потому что даже на этом бульдозере проехать было невозможно. Там дороги такие раз, ну, как бы там такая чача от кировцев. Сейчас все подсохло, и мы доехали до самого конца, до речки. Это вот мы в видосе в каком-то... С Димкой здесь обедали, сидели, а потом нас накрыл дождь, и через вот этот вот то ли вяз, то ли не вяз мы бежали к машине, монеты собирали. Так что лафа, вот мы сейчас на два дня приехали, будем ходить на чуть полях. А если их еще и перепашут, вообще красота. Вот вдоль речки я хотел тогда полазить. Короче, обалденно. Вот куда карабкается товарищ? Что ему вот тут надо? Повис, главное, на передних лапах. Давай, 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 давай. Не хочет залезать, не может, точнее. Давай, 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 давай. Ладно, пусть болтается. 2 метра от машины отошли, пряжечка выскочила. В общем-то, неудивительно. Похоже на брошечку, да, вот первое, ну, какое-то покрытие. Но черное, железное. Кто знает, подсказывайте, ребят. Оп. Вот она, малютка. И вот она дорога. И вот она дорога, да. Пока не видно, чья, ну ладно. Туда она уходила, вот так вот по... Ямки и стой, сейчас посмотрим. Да ну ладно. Всадник это, блин. Конечно. Конечно. Затертый. Обувь. Такого размера обувь. Сейчас покажем. Да. Лиза. Лиза. Судя по всему. Вытертая, да. Следующая монетка.
Ниже что снимаю? Орла видно, воду Любка с собой утащила. Ну, это полушка, скорее всего. Сейчас съездим за Никитосом с третьим прибором. И будем до вечера здесь долбашить. Тут в этой ямке был кусочек крестика старого, а рядышком вот ямочка. Полушечка Александра. Ничего не вижу, что снимаю. Александра II, по-моему. Вот как-то так. Ну, я решил прогуляться до деревки. Крестик вот такой. Целенький. Следующий сигнальчик. Такая вот шайбочка. Толстая, но в окислах. Это Екатерина. Шморкать не буду, ее в мыло надо. Она очень толстая, может быть, отойдет. Сегодня никак не дойдем до машины, чтобы за ребенком съездить. Рамочник 20 копеек. Пятачок 49-й год. Вот такой вот на берегу речки. Сейчас сын на операторстве. Находочка такая. Приехали, забрали его с третьим прибором. Вернулись. Такой вот крестичек приятный. Вот так вот. Ну, ё-моё, опять промазал. Дальше скапывай. Так, у Любы у нас что-то интересное. Ах ты, лепесток какой. Смотрите, какая красава. Прямо на самом берегу. А там полно находок. Там песок, кстати. Я знаю. И находок там полно. И монет там более-менее в патине. Чё там, Ник? У меня монет. Монитос, молодец. Ну, это совет, я... скорее всего, ноль. Походу, я лопатой ее коцнул. Бывает. Чуть-чуть. Ну, вот монетка. А что за монетка-то? Не знаю. Бронзовая, может, как? Блин, упали. Ну-ка, дай-ка. Правда, я еще чуть-чуть коцнул. Я не знаю, потому что у меня бил вообще в диапазоне непонятно. Что за монитос-то? Рубль. Какой? 64-го года. 24-го. Куда, 64-го? 64-го. Совет. Совет. Все, я помню, потому что бил как совет. Ой, нечастая хрень, вообще ни очень разу. Очень нечастая. Ну, говорю, я чуть-чуть лопатой попал. Ну, попал, что ж теперь. 69-й? 64-й. Что? Ну, надо ну, отмывать. Они... Ну, у них обычно сохран. Вот он, 1 рубль. Да. Сейчас сухой был, было видно, 64-го года. Ладно, убирай. Так, у Никиты крестик. Сейчас снимем, на ладонь его положу просто. Вот так вот. Маленький лепесточек целенький. Классно. Грязненький. Ну, это помоем потом. Две тени такие. Идем к реке опять. Такая вот гиречка. С узорчиком, с прикольным. Я не помню, были такие, не были. Но симпатично. Ай, блин! Пином. Не пином, глазами. Так нашел. Ладно. Смотрите, сейчас гирька здесь была где-то, где вот ямка была. Вышло вот как-то вот там, ну, по-моему, даже в том году, чешую подымали. Сегодня с утра вот здесь на горе тоже чешую подымали. То есть, возможно, совместить две линии сейчас и пройти, попробовать. Покажем. Третья уже такая крохотуля сегодня с этого поля. Две полушечки Александра были. Полушечка Николая Первого. Ну, она не мытая. Вода у нас у тети Любы. Вон, пойдет. Пойдет. Видно хоть? Видно. О, монета. Катя, да? Ну, 89-й, 1700. А здесь очень сильно. А видишь, как, никакая. Ну, посмотрим. Что и вытянем. Так, итак, друзья, обручалочка выскочила. Вот такая медная маленькая. Если женская. Ну, в принципе, пойдет тоже. Сигнал. Интересный был сигнал. Такой сигнальчик. У Любы крестик. У меня еще пуговица есть. Совершенно. Вот такая. Что за пуговица такая? Не знаю, но она старая. А я сегодня такую находил.
Рядом с Катей лежим. Кружочек очередной зелененький. Не знаю, к сожалению, что это. Потом посмотрим. Так, ВРПшка. Еще наперсток, конечно. Где тут? Да, они сейчас везде кусаются. Такая малюха. Малюха. Наперсток. Хорошо. Еще пуга-гирька. Потому что с рисунком с таким, с красивым. А у меня есть совсем затертая. То есть рисунок то вот чуть-чуть проглядывает. Симпатяга. Я очень люблю вот такие. Ну да, солнышко заходит, а мы ходим. Так, как капуст, это? Копейка. Копейка, да, капустница? Угу. Ну, я вообще тогда не понимаю, что такое. А, ну да. А сзади смотрится, как будто герб с... Такая вот монеточка. Хорошо. Солнышко садится, скоро снимать будет невозможно. А мы с фонариком будем снимать. Пока ходим, смотрите, какая красота. Тишина. Комары жрут. Вина. Не А2? Не А2. Какая-то монетка интересная выскочила. Это ВРП. Тоже ВРПшка? Ты сегодня спец по ВРП и чешуе? А, может на камеру. Да, ВРП сутки сниму. Да, старенькая. Старенькая, ага, 300 лет провалялась. Слушай, я не знаю, что это такое. Не знаю. Полушка, да, это ВРПшка. С циферками. Пойдет. Такой сейчас сигнал, блин, высунул. Ну, как обычно сломанный, ребята. Смотрите. Кусок. Когда-то он был обалденным. Ой, жалко, они редко доживают. Большая конина. Что-то нарисовано, кстати. Ну, там круги, конечно. Вот такая. Ну, Никита идет, да. Да, правильно, а чего же нет, хорошо. Куда идем мы? Да, вот там, где трава начинается, там церковная земля была. Охренеть. Сейчас, Ник, секунду. Вообще, на самом деле, граница церковной земли вот здесь была. Ну, здесь где-то, да. Целенький. Целенький. Отлично. Что-то поля, не в Африке, что-то поля. Отлично. Стемнело, взошла луна, туман у нас тут такой вот. Утром мы приедем еще походим, потому что мы еще не уезжаем. И вот под завершение, под ночь вот такая красавень выскочила. Смотрите. Сейчас попробую с фонарями. Обалденный. Вот как-то так. Никита там колупается. На, забирай. Сейчас, сейчас. Прикольно, как этот. И... Я луноход один. Итак, легкое перемещение во времени, уже утро. Раннее. Чуть-чуть поспали, приехали чуть-чуть походить. Первый сигнал. Вот. Душка, что ли? Душка, да. Не пойму, 28, что ли? Не 27, точно? Не 20. Ну, понятно, 23-й. Не может быть 23-й, 28-й. Ладно.
Красота, конечно, офигительная. Такая малипуська выскочила, пугугирчик. Маленькая-маленькая. Там, где прибор стоит, сейчас сигнал был. За водичкой пришел. Вот такой красавчик вылез. Ну, этот похоже. Сохранчиков побольше. Ну, понятно. Отмочим. Красав. Ру. Красив. Да, знаете, какой. Идет. Где свет? Что ж так темно? Вот такой красавец. Сигнальчик. Деньга. Не буду шваркать. Может, отойдет. Чибисы, что ли, прилетели. Он бело-черный, такие бело-серые. Сдалека не вижу. Похоже. Они как тряпки летают такие. Фью-фью. Очередной сигнальчик. Ну, что там у нас? Ага. Полушка. Полушка. Здесь чернина кругом. Я еле вытащила ее. Такая вот. Так, у Любы пуга гирька. Гирька-пуга. Полез. А? Мракобесие? Мракобесие. Ага, малюсенькая, малюсенькая. У меня рамка. Угу. Здесь двадцатка была, а рядом десятка. Тоже рамка. Пойдет. Хе-хе. Десятка, двадцатка, пятнашка. Весь наборчик дали. Только года не видно. Четвертый сигнальчик. Еще одна пятнашечка. 62-й год. Ближе к кустам посмотри. Так, достал еще рядышком двадцаточку 53-го года сейчас. Фокус. Все, больше вроде ничего нет. Кто-то их здесь бросал, что ли? Вот там были. Еще двадцаточка рамка. Интересно. Очередной сигнал с реки. Кто там у нас? Деньга Павловская. Ух ты, господи. Что-то в этом, отличном сохране. В этот раз Павлов-то не было. Сохран какой-то. Да, сохран приятный. 98-й годик. Пойдет, пойдет. И еще один крестичек пожаловал, лепесточек. Вот такой вот. Очередной сигнальчик. Убитая пхала. Ух, какая ей плохо-то. Ей совсем плохо. Совсем плохо. Люба подошла наконец-то. Давно не было вилончиков. Чешуя была, вилонов, блин, не было. Пятнашка 27-го года. Хорошо. Следующим сигнальчиком у нас двушечка Александровская. Сверху пятнашка. 1811 год. Солнце вылезло, уже все. Скоро будем сворачиваться. Сворачиваться ты не надо там забить. Где там? Ну, там? На выезде. Заберу. Друзья, походили. Итог покажу уже из дома. Снимем. В общей сложности вчера с утра, час, может, полтора вечером, часа три с Никитой. Ну, сегодня часа три. Но результат, в принципе, радует. Все, что хотели, нашли крестов, монет.
белон попался, чешуя попалась. Результатик смотрим из дома. Итак, друзья, отчетец. Да, машина горячая. Два дня по несколько часов утром и вечером. Ну, я говорил уже. Так, конина понятно. Медь отмачивать будем. Советы. Белончик в зачет пошел. 27-го года. Чешуйка в зачет. Ну, кресты в зачет, конечно. Да, этот, конечно, кусок шикарный, но не целый. Ну, вот как-то вот так. Спасибо, что смотрите. Всем пока!